Губернаторская программа комплексного благоустройства дворовых территорий в этом году завершена. Перечень дворов был сформирован по итогам голосования жителей на портале «Добродел». В городском округе Щелково благоустроили 14 дворов. Одним из них стал двор на улице Краснознаменская, 17. Здесь был проведен весь комплекс работ. Большая горка, качели, новое покрытие, комфортные лавочки и ухоженные, свежевыкрашенные бордюры, яркие фонари – все это теперь будет радовать местных жителей. Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин осмотрел обновленную территорию. Депутат вынужден признать, изначально в округе планировалось благоустроить больше дворов, но пандемия внесла существенные коррективы в распределение бюджетных средств. 13 перенесены на следующий год. Думаем, что следующий год будет более благополучен, по крайней мере, надеемся на это, потому что ни много ни мало, если брать по области, мы от программ различных, начиная от строительства социальных объектов и заканчивая благоустройством дворовых территорий, вынуждены на меры борьбы с новой коронавирусной инфекцией забрали 57 миллиардов. Стоит отметить, значимым является то, что жители могут быть непосредственными инициаторами проведения работ по благоустройству и возможности не ограничиваются собственным двором. На сегодняшний день существует около 15 программ, направленных на улучшение городской среды. «Мой подъезд», «Удобная стоянка», «Светлый город», «Чистая вода», «Парки Подмосковья», «Зона общественного притяжения» и другие. Жители всегда могут связаться со своей управляющей компанией, администрацией муниципалитета, либо написать в соцсетях депутатам и общественным деятелям с просьбой включить в программу ту или иную территорию. Все эти подпрограммы, они направлены на одно – создать комфортные условия проживания. И мы хотели бы и приветствуем, когда жители в этом участвуют. У нас в законе предусмотрено общее собрание, протокол собрания, схема, утверждается она председателем совета многоквартирного дома, представителем управляющей компании и администрации, для того, чтобы уже понимать, что да, все вопросы согласованы. В завершении года депутат совместно с административной комиссией по благоустройству проверяет качество работ во всех обновленных по областной программе дворах. Так недавно он оценил проделанную работу на улице Юбилейная в Медвежьих озерах. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.